Привет, с вами я, Вика Лайн, и сегодня я вам покажу, как сделать звезды и алмаз своими руками из бумаги. Поехали! Этих двух идей нужно. Выкройки на цветной бумаге, их можно распечатать или, если нет принтера, обвести по экрану компьютера. Клей-карандаш, ножницы, игла и нитки любого цвета, линейка. Первый DIY. Вырезаю выкройку звездочки. Отмеряю нужную длину нитки, чтобы повесить поделку. Кладываю вдвое и завязываю узелок. Втыкаю нитку в иголку и просовываю через выкройку в этом месте. Складываю по линиям. В данном случае они будут наверху, но можно сделать и вовнутрь. Теперь склеиваю звездочку. Готово! Я сделала много таких звездочек и украсила ими свою комнату. Второй DIY. Как и в первой идее, вырезаю выкройку. Сгинаю ее по линиям, так, чтобы они оказались внутри. Это удобнее делать с помощью линейки. Следите за тем, чтобы сгибы были сделаны в правильную сторону, иначе ничего не получится. Склеиваю нужные детали между собой. У меня получился алмаз или бриллиант, называйте как хотите. Он тоже может стать отличным украшением для вашей комнаты. Ну а я надеюсь, мое видео вам понравилось. Обязательно выкладывайте свои работы в Instagram с хэштегом DIYWikaLine, я обязательно их лайкну. Огромное спасибо вам за просмотр. Не забывайте подписываться на мой канал, вы можете нажать на кнопочку внизу. Подписаться или же на иконку моего канала вон там. Ставьте лайки, вступайте в мою группу ВКонтакте и подписывайтесь на меня в Инстаграм. Ну а я с вами прощаюсь, пока!